Мусульман всего мира 21 августа праздник Курбан-Байрам. Это один из главных праздников ислама. Его отмечают в память о жертве, которую готов был принести пророк Ибрагим. Курбан-Байрам также знаменует собой окончание хаджа, паломничество в Мекку и Медину, которое хоть раз бы в жизни по возможности должен совершить каждый мусульманин. История появления Курбана уходит в древние века и связана с пророком Ибрагимом, который увидел сон, где ему было приказано принести в жертву своего старшего сына Исмаила. Сын его понял, для чего отец его туда ведет. Но он тоже был пророк, сын его, и он не простой человек, а чувствующий. И он по легенде подбодрил отца, сказал: отец, делай то, что тебе Бог велел, не сомневайся. И когда уже он собирался принести в жертву этого ребенка, тут Бог ему заменил его барашком. И таким образом, вот это как символ милосердия божественного, что Богу не нужны жертвы. Стоит отметить, что в новейшей истории лишь 60-х годов весьма ощутимо начала просматриваться активизация приверженцев ислама в Татарстане. Но все это было подпольно. Самый пик развития ислама в республике пришелся на момент перестройки. В советский период религия была под запретом, и вот так пышно подобные праздники, конечно же, не отмечали. А вот в 90-х годах, в начале 90-х, в конце 80-х, пошло возрождение религии у нас в стране, да, после перестройки. И сразу вот это все как-то активизировалось. В этом году в Татарстане главные торжества прошли в Галиевской мечети, расположенной в комплексе с резиденцией муфтии республики. На базе Института международных отношений Казанского федерального университета работает ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования. Целью создания центра стало объединение образовательных, научных и методических ресурсов в области исламского и исламоведческого образования в единую информационно-образовательную среду. Обеспечение взаимодействия религиозных и светских институтов и научных школ с целью эффективной реализации государственной политики в области межконфессиональных и межэтнических отношений. Диана Шилова, Универньюз.